сейчас перечислю те причины, которые могут привести к Greenway. Я думаю, что каждый может для себя здесь найти что-то. Значит, я с Greenway познакомилась благодаря своему наставнику Оле Смирновой в 2016 году. И целый год я теряла время. Я познакомилась с продукцией и уехала в Китай, уехала в Сочи, потому что я житель Петербурга, который переехал в Сочи. И только уже, когда вернулась в город Сочи, и на 3 месяца я сказала: Оля, я буду заниматься, и у меня попала продукция в город Сочи, Оля мне сделала посылку, вот, и у меня оказалось такое богатство. И, конечно, я сразу начала все это пробовать, потому что пока ты не попробуешь, да, ты не можешь оценить это в полной мере, и ты не можешь рассказать, потому что это же надо показать как-то. Вот. И я стала показывать. Почему? Потому что мне захотелось поделиться. Вот это вот важно, что мне захотелось поделиться тем, что я знаю, чем я пользуюсь. Мне захотелось передать это моим знакомым, близким людям. И сделать их жизнь более эффективной, уборку дома более эффективной, но и уход... рассказывала, да, за ласками? Нет. Нет еще. Мы ее не продаем. У нас ее нет. Пока. Вот, да. И уход за телом, за лицом эффективным, да, и уход за домом. Вот. И мне захотелось не поделиться. Мне понравилась компания, которая в основе своей работы, в основе своей просветительской деятельности несет идею экологической чистоты. Чистоты дома, чистоты жилища, чистоты планеты, и это важно. Вот это было для меня важно. То есть я раньше там, в своей жизни, я была в разных компаниях, но нигде не хотела работать. Здесь я захотела работать, потому что эта идея мне очень нравится, она мне очень близка, ну, а еще для себя любимой, да, потому что я пользуюсь, ну, я бы сказала, уникальными, лучшими продуктами, которые существуют на сегодняшний день в мире. Это мое личное убеждение. Вот, это раз. Во-вторых, продукт уникальный, компания уникальная, продукт уникальный. Уникальность еще в том, что помимо идеи уникальности компании, здесь замечательное идет обучение. Обучение, которое помогает людям эту идею нести в люди. Вот так, тавтология, ну немножко вот. Потому что компания помогает дублировать эту идею в люди, и вы тем самым несете уже, ну, вот я считаю, что у меня просветительская миссия, правда. У меня миссия, которую я несу, и для меня это важно. Ну, какая-то своя значимость, что ли, я не знаю. Вот. И это в компании очень поддерживается, и мне это нравится. Потом кто-то приходит сюда, потому что здесь компания позитивных людей. Ведь людей, которые увлечены делом, которые позитивные по своей сути и несут вот некое добро людям. И в этой компании быть просто классно. Потому что с годами мы теряем круг общения. Потому что с годами у нас становится больше проблем, чем радости. И когда ты попадаешь в ауру такую, позитивного, да, чего-то приятного, то, соответственно, состояние внутреннее, оно улучшается. И это классно, на самом деле. Вот. Поэтому для меня это тоже важно. Вот. Ну, поэтому я выбрала Greenway.